Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день на канале «Погода в Сочи», где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно запишитесь ко мне на экскурсию, подпишитесь на мой канал, все ссылки внизу в описании к этому ролику. Сегодня у нас 2 сентября, отличная погода, чуть-чуть прохладнее, чем вчера, температура воздуха 29 градусов. Море спокойное, вода прозрачная, легкое волнение в целом наблюдается и будет небольшой бриз. Небо в целом ясное, однако со стороны Дагомыса и Лазаревского идет такая вот синева. Надеемся, конечно, что дождя не будет. Пишите свое мнение в комментариях. Ну а если будет, то надеемся, что не сильный. Народ купается, загорает, отдыхает, пока еще греет солнце. Температура моря 28 градусов. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно запишитесь ко мне на экскурсию, подпишитесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!